Ой, покажи, деточка. Вот с этой малышки мы сняли около 30 клещей. Вот мы их в спирт положили. Около 30 клещей. Это что-то страшное. Это что-то страшное. Она обсыпанная вся. Она клещами просто засыпанная. Господи, я не знаю, что делать. Ребенку примерно месяца 4. Ее забрали с металлобазы. Остальные все погибли. Только одна девочка выжила. Сейчас мы ее накупаем, уберем всех клещей, немножечко обработаем и сделаем противоядие. Вот такая малышка у нас будет жить. И надеюсь, мы найдем ей хорошую семью. Малышка единственная выжила из всего помета, поэтому я считаю, что она заслужила свой шанс. Возможно, семья заплатила своей жизнью за то, чтобы она жила. Да? Назовем мы ее Жасмин. Ну и все. Пожелайте ей доброго здоровья.